сегодня за праздник? Что за мероприятие? Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Международному женскому дню. И в рамках этого мероприятия у нас запланировано награждение семей, проживших более 50 лет в браке. Дали подарки мужчинам честь. Спасибо. Сколько вы вместе? 55 лет уже. 52 года. 55. Что можете пожелать вот молодоженам, которые сейчас женятся? Как сохранить такой долгий брак, такой долгий союз? Терпеть друг друга. Ну, любить это уже. Любить – дело десятое, да? Да. Вы сколько лет в браке? Мы 53 года. 53. Да. Это получается, какая свадьба у вас уже? Ой, бог ее знает, ну, золотая прошла. Вам уже все равно, да? Теперь уже все равно. Как сохранить такой долгий союз? Ваши советы, наставления? Не знаю. Все зависит от обоих, но прежде всего от женщины зависит. Как она вытерпит, так и будет брак продолжаться. Это такой маленький комплимент вашей супруге, да? Нет, конечно. Сегодняшняя награда стоит того, чтобы вместе быть 54 года? Ну почему нет? Не только же это награда, же вообще просто... приятно, когда что-то сделают для человека. Вот в браке самое главное – это терпение и прощение. И принятие, наверное, да? Да, да, да. Если бы была возможность вернуться в прошлое, что-то изменить, в том же числе в браке, что бы вы изменили или не изменили? Абсолютно. Ничего бы не меняли. 52 года счастливой совместной жизни. Что менять? А ваше мнение? Такое же. Как столько лет прожить вместе и не поубивать друг друга? Знаете что? Потому что я нож прячу. Нет, 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 не так. Вы думаете, что его никто не нашел? Знаете, что? Ну, все бывает, и ругаемся, так, потому что есть мудрая народная поговорка. В тихой воде гребли рвут. Что такое брак? Брак? Ну, это есть, так сказать, божественное, которое дается... Это понимание от друг друга. Передается. Понимание должно быть. Что значит настоящая жена для вас? Ну, настоящая, во-первых, чтобы она заботилась, самое главное. Вот. Второе, чтобы, так сказать, хорошо готовила. Весь путь к мужскому сердцу через его желудок. Если он накормлен, наглажен, начищен, уют в квартире. Так, в семьях, дети. А еще вот. Так. Когда муж не тянет, идет жена на работу и вперед. Что такое 50 лет вместе? Это крепкий труд, работа над собой, терпение, смирение и даже где-то любовь вопреки. Времена проходят, а принципы крепкого брака остаются с нами навсегда. Екатерина Лескова, Вячеслав Банчужный, «Большой город».